Дом книги давно сотрудничает с общественной организацией родителей детей-инвалидов «Радость жизни» и периодически радует приятными сюрпризами. В этот раз детям показали увлекательный кукольный спектакль, а аниматоры устроили настоящую интерактивную вечеринку. Дети живо реагировали на реплики сказочных героев и от души смеялись. Положительные эмоции получили все – и дети, и родители, и сами артисты. В общественной организации «Радость жизни» говорят, что такие праздники особенным детям просто необходимы, ведь от положительных эмоций улучшается не только настроение, но в том числе и состояние здоровья. Спасибо вам большое. Мы все очень рады. Главное, что деткам нашим очень понравилось, все довольны. Спасибо за внимание, спасибо за подарочки.